Всем добрый день, дорогие друзья! В эфире племянница министра обороны России Андрея Рымовича Белоусова, Наталья из Америки, и это я. Хочу сейчас лично обратиться превселюдно, публично к своему дяде Андрею. В прошлом обращении я тебе говорила о том, что знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай вообще о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться. Вчера погибло в моем городе 4 ребенка из-за того, что ты запустил туда ракету. Как ты думаешь, какая карма у тебя сейчас? Что тебя ждет в будущем? Ну вот она говорит, в моем городе, потому что Наталья жила в Киеве 10 лет назад перед своим переездом в Америку. У нее есть ребенок, инвалид, и который, собственно, лечился в этом самом Ахмадете. По ее словам, по информации журналистов, в Киеве до сих пор живет двоюродный брат Андрея Белоусова. И вообще говоря, там же в Киеве похоронена его бабушка, дедушка и настоящее имя, ну, девичья фамилия Натальи Вертинской, Наталья Ларионенко. Ее отец Борис Борисович Ларионенко. Он приходится сыном Ларионенко Маргарите, которая похоронена в одной могиле с Белоусовыми, Александром Александровичем и Серафимой Николаевной. Именно этих людей называют дедушкой и бабушкой министра Белоусова. Ну, в России, естественно, этот ролик вообще назвали фейком и отреклись от любых родственных связей Белоусова с Вертинской. Все это мы будем обсуждать с нашим постоянным гостем, журналистом, ведущим Ходорковский лайф Сергеем Асланяном. Сергей, приветствую. Да, я как очень подходящий вариант фестивального ребенка на вот эту межэтническую тему вполне гожусь. Привет, рад тебя видеть. Я тебя тоже очень рад видеть. Но вот что тебе говорит твое журналистское чутье? Она настоящая племянница Белоусова или это такой хитрый фейк? Знаешь, когда журналистику пытаются привести к одному маленькому математическому действию, поставить либо плюс, либо минус, то это, конечно, очень серьезное зауживание профессионализма, потому что в данном случае журналистика позволяет себе увидеть в этом выступлении гораздо больше, чем просто попытку предъявить свое родство. Конечно, это чрезвычайно важно, имеет ли какая-нибудь любая русская или украинская женщина обвинять в военных преступлениях министра обороны, или это доступно только тем, кто находится действительно с ним в кровном родстве, и уж тогда руки в боки, взяв скалку, они говорят, дядя, что ты делаешь? А остальные, конечно, должны покорно сказать, ну да, это не наш дядя, поэтому пусть, конечно же, бомбит. Здесь очень важно то, что она сделала грамотный заход. Во-первых, понятно, что она из Америки, из России такое произносить невозможно никакому дяде, но она сказала помолись, потому что мы знаем, что у Белоусова, у него очень тяжелое заболевание, православие головного мозга. Это неизлечимая стадия, совершенно крайняя, и действительно очень правильно сказать ему, точно сыграв по нотам, которые он сам в себе в качестве заболевания так старательно выписывал всю партитуру долгой жизни, потому что помолись, для него это важно. Это очень серьезно. Она произнесла чудовищное слово, она сказала «карма». И поскольку Белоусов не очень вменяем, то для него, конечно же, так или иначе, если он когда-нибудь увидит или услышит, это найдет определенный отклик, потому что он панически боится кармы, и как любой православный на всю голову, он, конечно же, очень мнителен и очень вздрагивающий по любому поводу. А в остальном мы видим картину, и опять-таки вот здесь журналистика не должна сводиться к тому, родственница право имеет, остальные нет. Мы видим очень четкую картину вот этого невозможного размежевания, когда нельзя провести черту и сказать «русские справа, украинцы слева». На всей территории России невозможно найти ни один населенный пункт, где не будет украинца. Найти людей, у которых нет родственников в Украине, невозможно. Вот есть такой один фестивальный ребенок, Сережа Асланян его зовут, и он, понятно, что армянин. При этом у него почему-то бабушка из Киева. И в свидетельстве о рождении моей бабушки написано, что она киевлянка, родилась в Киеве, даже указано, где, когда и с какой стати она родилась у меня в Киеве. При том, что дальнейшая биография ее в гражданскую войну уже заставила всю семью переехать из голодного Киева в Москву. Дальше они попали под все репрессии, какие только бывают, потому что первого мужа моей бабушки Эдика Ганке, а он немец, его посадили в 1937-м, и больше она его никогда не видела.
И все, что написано в учебнике истории, это написано про мою семью, в том числе и затронув выселение народов кавказских с их оседлых мест, поскольку они коллаборационисты и пособники фашизма. В моей семье тоже есть на эту тему отдельный орден. И в Тбилиси, который тоже у армян очень странным образом, поскольку геноцид 15-го года заставил рассеяться их по всему миру, а потом пересечься на просторах судьбы с украинцами, и это неотделимо. Совершенно невозможно четко сказать, что ты бомбишь мой город, потому что вообще-то это мой город для всех, и мы знаем, что в командовании группировки, напавшей на Украину, в том числе генералы, бомбили свои собственные села, потому что перед тем, как стать русскими генералами, они были детьми, рожденными в Украине. И мы знаем по авиации того самого генерала, который уничтожал конкретно, подписав приказ на бомбардировку своего собственного села. То есть по своей родной хате, по своему родному кладбищу, где у него бабушка и дедушка, вот этот русский генерал отдал приказ стрелять, бомбить. Сейчас Белоусов точно так же уничтожает Киев, хотя сам он оттуда же. И бабушка и дедушка говорят как раз о том, что невозможно провести эту черту водораздела и сказать, что русские – это кардинально другие люди, они живут только там, справа по карте, ни в коем случае не слева. Нет, вот это те самые миры, которые пересекаются. И это только что был историк Фельштинский, как раз вопрос уже истории. Когда, тебе, кстати, как историку, когда в Советском Союзе закончилась гражданская война? Какая дата? А этой даты нет. Ее даже в учебнике не было в то время, когда я учился в школе. Потому что 20-й год – уход белогвардейцев из Крыма, 34-й год – окончание борьбы с басмачеством, а дальше все остальные народные, национальные и экономические восстания, включая в том числе Хрущева и знаменитые танки по работникам в 60-м, каком это было году, по Новочеркасску. То есть вот у гражданской войны в Советском Союзе нет даты окончания. То, что потом происходило в Чечне. Чечня все-таки это люди, живущие в пределах Российской Федерации. Это тоже гражданская война. А вот сейчас то, что происходит в Украине, в данном случае речь не идет о территориальной целостности Украины. Речь идет о том, что те люди, которые раньше жили в одной стране, и у них родственники похоронены в Киеве, на кладбище их имена, они отдают приказ о бомбардировке. Потому что у той войны нет четких дат окончания. Так же, как нету межэтнического размежевания и нет возможности определить, кто где. Кто насколько не украинец и кто до какой степени русский. Не, ну, да, эта война с точки зрения украинцев носит, безусловно, национально-освободительный характер. А с точки зрения русских, которым Путин сказал, что мы там братские народы, да, то есть если братские народы, то получается, это гражданская война. То есть, и, да. Соответственно, Россия ведет войну гражданскую, да, а Украина ведет войну национально-освободительную. Но, тем не менее, возвращаясь вот ко всей, значит, этой истории с Вертинской, Белоусовым и так далее, вот смотри, как бы сказал то ли украинский, то ли российский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков, да, как причудливо тасуется кровь. Значит, с одной стороны, вот только что была в СМИ информация, что брат Михаила Подоляка, который там чуть ли не офицер ГРУ, погиб на этой войне и, значит, там похоронен в России. Там приводилось там его надгробие. Мы знаем, что у главнокомандующего украинской армии Сырского есть очень близкие родственники, находящиеся в России, а его там приемный сын, так просто такой Z-патриот, и, значит, его там регулярно подсвечивают на российских пропагандистских каналах. А вот тут вот, значит, такой получается контртезис, то есть вот и обратная зеркальная ситуация, только уже с российской стороны, вот такие вот родственники Белоусова. Ты говоришь там, что эти вещи будут для Белоусова чувствительными. То, что он видел этот ролик, нету никаких сомнений, потому что раз его комментировал там вплоть до Пескова, значит, ну, точно Белоусов его видел. Ну, а вот а как ты считаешь, насколько это все-таки повлияет, насколько это сыграет значение с точки зрения решений, которые он принимает? Это, конечно, никак не скажется на его карьере, его задача убивать людей, у него должность такая специальная, поэтому он не откажется от нее, все-таки он во что бы то ни стало, но служит письменному царю и императору, которому присягнул. Тем более, что у людей воцерковленных, у них есть главное отличие от нормальных. Они гадости делают людям,
а прощение просит у Бога. Поэтому в состоянии сильного испуга замаливать грехи он будет не делами своими, а только ударами головы о паперть. Ну и, возможно, будет сам себе казаться вымолившим прощение. А убивать он, конечно же, не перестанет. Такая вера, которая вот сводится к ритуалам, это, конечно, не вера. Это именно замаливание своих грехов. Если ты по-настоящему веришь, то ты и не грешишь.